Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это The Isle Legacy. Собственно, сегодня я с подписчиком решил побегать на токсичных, так сказать, герерках. Сервер Age of Dina 2, как обычно. Играем и стримим мы только на сервере Age of Dina. Спасибо Алексашке за предоставленную возможность поиграть на этом сервере. Посмотрите на окрас моего герера. Действительно, скорого времени он также будет, конечно, ядовитым, но не придаст какой-то информации игрокам, что... Ребята, я вас покусаю, и вы немножко можете откиснуть от моего яда. Итак, ну что же, короче говоря, наше путешествие с Вектором начинается, и мы решили сразу с малого порта, где мы заспавнились неподалеку, двинуть на близы. Движ на Age of Dina достаточно большой, много игроков. И это нам нравится. Не знаю, что мы сегодня будем делать. Может, побегаем, подурачимся, может, кого-то даже покусаем из мелочи, может, даже из больших, не знаю. Следующий видосик, если ты досмотришь до конца, я уверен, ты досмотришь до конца и поставишь пальчик вверх. Следующий видосик может скрыть информацию под конец, чтобы ты досмотрел до конца. Ладно, раскрою карты. Следующий видосик у нас будет по гнездованию Гира. Большую армию Гирерозавров мы попробуем собрать в видео, где каждый из вас сможет поучаствовать в гнездовании. Ну, короче говоря, подбились мы тут к небольшой стайке Тираксов. Не знаю, вроде бы отреагировали адекватно, дружественно. Посмотрим. Идем с одним фулом и одним с Сабом Рексом. Ты кого здесь увидел? А, так это же малыш Юта. Так, ладно, погнали. Кстати, неподалеку где-то мы слышали с Вектором звук Диаблика и Терески. По ходу дела здесь стадо собирается. Ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Мне нравится, как мне вот этот вот саб на нас смотрит. Хотя мы вроде дружелюбно отреагировали. Прибились к ним в компанию. Вектор, будь осторожен на всякий случай. Ну его нафиг. Так. Посмотрите, хэтч Ютараптор прибился к нам. Не, ну, слушай, ты как бы уже не влазишь в наш... В наши пати, так сказать, в наш межвид. Слушай, что-то мне не нравятся эти рексы. Пойдем повыше, посмотрим. Ну, скажу так, что мы нашли достаточно хороший общий язык с этими рексами, и мы с Вектором решили прикрывать именно Сабика. Как бы Сабик, конечно, быстр и хорош, но позаботиться о себе он явно маленько не сможет о себе. Не то что фуловый рекс. Как я понимаю, они решили держать именно второй близ. Ну, а мы им поможем. Рексы время от времени переговариваются между собой, и, как я понимаю, мы вышли на небольшую охоту на ботов. Спавнится большое количество ор, авоцератопсов. Возможно, не одни мы здесь голодные хищники. Короче, еще посмотрим. Может быть, пойдем на первые близы. Еще что примечательно, сегодня на Age of Dina 2 проходит пару ивентов, и, я скажу так, онлайн здесь очень большой. Это только меня радует. Как говорится, с каждого угла, на каждом моменте сейчас может выйти на тебя хищник, либо может мигрировать какое-нибудь стадо. А в последнее время, именно на Age of Dina, здесь собирается аж по 3 пачки травоядных. Не знаю, то ли это часть отбившегося стада, то ли это игроки сами по себе. Анкилозавр и маленький примечательный Галимим. Не видно отсюда, то ли он фул, то ли он джув. Давайте сейчас попробуем поближе
к ним подобраться. И, я так понимаю, наши рексы голодные. Придется придержать их немножко для рексов. Ну и, как говорится, нам тоже придется попировать ими. Так, ну, Вектор, как всегда, первым идет в бой. Вроде бы пока не агрессируют, но уже немножко поднапряглись. Главное не подставиться нам под удар этого большого хвостатого анкилы. Так, Галик начинает нервничать. Да, это Джуф. Это Джуф, собственно, ну, мы сможем при хорошем раскладе напасть и покусать его. Хотя, насколько я знаю, многие называют Галимимуса Джеки Чаном, да? Помните его знаменитый удар? Ну что же, давайте попробуем немножко замедлить их ход. Так, Виктор. Отлично, по-моему, первый удар пришелся уже на Галика. Рекс, Рекс. Так, есть, я тоже укусил Галика. Рекс 100% догоняет при ходьбе, при спокойной ходьбе. Даже если анкила на шифте, Рекс спокойно догонит на ходьбе этого могучего анкилозавра. Так, еще один пинок. Рекс и подтягивается. Это уже неплохо. Далеко они, конечно, не уйдут. Такс. Ну, Сабику было бы, конечно, бы примечательно поднажать немножечко. Я не помню. Честно, поправьте меня в комментариях, но, по-моему, Рекс не ваншотит анкилу. Вроде бы нет. 2-3 удара, и анкила скиснет. Так, рексы приближаются. Это уже хорошо. Ну, по крайней мере, скажу от себя, мы им немножко потрепали уже нервы. Они обращают на нас внимание. Так, есть Кузька. Отлично. Ну, давайте, рексы, поднажмите. Где вы там? Мы долго не сможем тоже им преграждать путь. Так, файт начался. В принципе, третья сторона уже никакая не сможет вмешаться. Если рексы не отстанут, то отлично. Отлично, Галик уже слег. Да, это был Джувик. Это был Джув. И это было достаточно легко. Кузьки Вектора, кузьки мои. Пул приближается. Куда же ты, Анки? Ты уже не сможешь убежать. Явно ты не сможешь здесь подняться. Все, Рекс на спринте. Пул Рекс на спринте. Однозначно, это слив. По-моему, даже удара не прошло по Рексу. Сабик. Кузька Сабика. И, наверное, смертельный уже фула. Да, отлично. Ну, все-таки герки, как обычно, в моде, можно сказать. Помните того малыша Ютку? К сожалению, он попал прямо-таки под челюсти наших Тирексов. Жалко, конечно. Вот поэтому я всегда говорю... Ребята, ну, не лезьте вы во время файта. Я, конечно, понимаю, вам интересно, но не стоит так максимально близко подходить. Скажи, Вектор. Ну что же, от нашего анкилозавра остался вот такой вот примечательный, достаточно вкусный, кому-то может показаться, каркасик. Мы его полностью поглотили, съели. Фулл Рекс. Оказался с самочкой, он поставил гнезда, накидал туда мясца немножко. Ну, по правилам Age of Dino это можно делать только один раз. Ну что же, какие походы нас ждут сейчас? Сейчас посмотрим. Там на побережье пасутся две гики. Не знаю, рискнут ли наши рексы на них сагриться. Во всяком случае, мы будем помогать им в этом. Ух ты! Спиноч. Неужто наша следующая жертва это спинозавр? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гиги-гиги, гиги-гиги. Надо спасать, надо выручать, надо помогать. Черт возьми. Черт возьми, надо помогать, надо помогать. Отходи, Рекс, отходи, отходи, отходи. Накусываем. Ох, как бы мне сейчас не слиться! Да. Обида и боль, обида и боль.
как же не повезло, откуда он выскочил? Он выскочил как черт из табакерки. Господи, этот гига. Я обязательно спрошу у Вектора, чем закончилось это такое, блин, путешествие. А так все было хорошо. Вот такое путешествие у нас получилось. Правда, с плачевным, можно сказать, концом. К сожалению, от одной гиги лег наш сабик. Мы две герки с Вектором. И Пул Рекс. Я не знаю, откуда он выскочил. Как так это все получилось? Это был неожиданный момент. Ладно, если тебе понравилось данное видео, пальчик вверх, подписка на канал. Хотите новых путешествий? Обязательно ставьте лайк. Всем хорошего выживания в The Isle Legacy.